Просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед! Твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Слезы перед битвой. Это ты, Рики. Акру? Я пришел тебе сказать. Что? Шерхан направляется сюда. Кажется, он знает, что ты здесь. Да? Он говорит, что на этот раз обязательно тебя убьет. Вот и хорошо. Я ждал этого. Я никогда ему не уступлю. И что ты хочешь, чтобы мы сделали? Пожалуйста, окажи мне услугу. Я хочу встретиться с Акелой. Хорошо, я его обязательно приведу завтра или послезавтра ночью. Мне нужен мудрый совет. Шут гороховый! Возвращаемся! Маугли! Мишо! Мама, работа закончен! Ты слышал? Что? На площади. О кобре. О кобре? Да, она мертва. Господин Балдио сказал, что ее убили. Господин Балдио сказал, что убийца – волк. Он сказал, что это был огромный монстр. Еще он сказал, что уверен, что это Маугли вызвал того волка. Я уверен. Это волк-монстр убил кобру. Той ночью я видел большого волка. Он такой же большой, как моя корова. Мой внук сказал, что тоже это видел. Верно, внучек? Я ведь правду говорю. С тех пор, как сюда пришел этот Маугли, ничего хорошего не произошло. Маугли нужно выгнать из нашей деревни. Он пригласил сюда страшного зверя. Что, я? Нак энергично кивал головой. Маугли, будь осторожней. Господин Балдио отвечает за то, что говорит о Маугли. Дорогой, пожалуйста, останови его. Маугли не сможет убить этого тигра. Но мама! Маугли обещал господину Балдио, что обязательно убьет тигра-людоеда. Замолчи.
Ребенок не должен встревать в разговор взрослых. Подойди, Мишула, подойди сюда. Ты тоже виноват, дедушка. Зачем ты научил его зажигать огонь? Смотри, что из этого получилось. Пожалуйста, Нил, поговори с Маугли. Послушай, Маугли, мама правда переживает очень сильно за тебя. Очень давно наш сын, ты знаешь, потерялся в джунглях. Его звали Нато. И вот она думает, что... Маугли, я думаю, что ты перерожденный Нато. Бог нас наградил тобой. Ты наш ребенок. И неважно, что все говорят. Я считаю это абсолютной правдой. Пожалуйста. Не дерись с этим тигром-людоедом. Пожалуйста. Маугли. Мамочка, прости, это все из-за меня. Это я попросила дедушку научить Маугли добывать огонь. Прости меня, мама. Маугли, мама и папа думают, что ты их сын. Да и не только они. Я тоже думаю, что ты мой любимый внучек. И Мишуа тоже. Но это одна сторона. У тебя есть своя собственная позиция, я уверен. Скажи, что ты об этом думаешь? Скажи нам, Маугли. Маугли... Да, мои глаза. Много воды. Я плохо вижу ваши лица. Маугли. Спасибо. Маугли, что ты хочешь сказать? Вы не должны волноваться. Со мной все в порядке. Я убью Шерхана. Обязательно. Он напал на Боджи, Мишуа. И он враг отца. Отца? Лес Сиони. Великий волк Александр. Шерхан! Александр, я пришел забрать свою добычу. Акела, позаботься обо всех. Папа! Ну давай, иди быстрее. Акела, присмотри за Маугли. Посмотри за Маугли, Акелла! Папа! Идем. Акелла, а как же папа? Не волнуйся, малыш. Он сильный волк. С ним ничего не будет. Папа умер, спасая меня, поэтому я... Маугли. Я
Я не могу объяснить, но все в порядке, Маугли. Все хорошо, малыш. Меня вырастили мама-волк, а Крусура маму зовут Лури. Твоя мама великолепно тебя воспитала. Я должен убить Шерхана. Мама, не переживай. Я воспользуюсь ножом. Мне помогут мои друзья из леса Сиони. Не волнуйся, мама. Я так рада, что ты называешь меня мамой. Но обещай не действовать опрометчиво. Береги себя. Я постараюсь. Да, Маугли, береги себя. Убегай, когда почувствуешь, что преимущество не на твоей стороне. Это тоже разновидность храбрости. Я обещаю, я не буду рисковать. Хорошо. Маугли, и мне пообещай. Ладно, я обещаю, Мишуа. Да. Беги! Здорово! Замечательно! Вперед! Направо! А теперь налево! Вперед! Здорово! Ты очень быстрый! Чего он себе возомнил? Дедушка, а как тебе вот это? Ну, давай выберем вот это. Этого должно быть достаточно. А правда, что нельзя потушить горящий огонь, дедушка? Правда? При этом не важно, как ты его будешь тушить, он не погаснет. Значит, Маугли сможет убить этим тигра-людоеда. Конечно, ты не переживай. Привет, Маугли. Я ждал тебя. А где Акелла? Он уже здесь. Вон он. Акелла, Суру! Маугли, ты уже успел стать глухим? Ты же не заметил, что мы здесь? Багира! Сура, и ты здесь! Я так рад! Осторожно, ты задушишь меня! Маугли, от тебя пахнет красным цветком. И буйволами тоже. Вот я и хотел с вами обо всем поговорить. Маугли, но перед этим я передам тебе слова мамы. От мамы? Да, мама переживает и просит тебя вернуться в лес. Пожалуйста, Маугли. Она говорит, что если ты хочешь одолеть Шерхана, лес для этого больше подходит. Мама сказала, что она тебе поможет. Спасибо. Но я не хочу вовлекать в это всех из леса. Я хочу, чтобы мне помогли только те, кто сейчас здесь.
А о чем ты со мной хотел поговорить? Я хочу получить совет от бывшего вожака. Я теперь умею пользоваться красным цветком. Что? Красным цветком? Да, и ножом людей. Вот этим ножом можно будет убить Шерхана. Маугли, ты научился пользоваться красным цветком? Это потрясающе! Если у тебя есть красный цветок, ты можешь заставить Шерхана бояться, но ты не сможешь довести дело до конца, не так ли? Но для этого у меня есть нож. И как ты собираешься загнать его в угол? Вот в этом-то вся проблема. Ты должен перекрыть все входы и выходы этому ловкачу. Тут надо подумать. Вот что я узнал от Ка. Очень давно, да. Давайте это попробуем, да. Все, решено. Оставьте это мне. Теперь мне надо переговорить с Ка. Да, это займет какое-то время. Недолго. Ахилла не изменился, как всегда действует быстро. Маугли, ты не переживай. Завтра ночью я пришлю сюда кого-нибудь с посланием. Спасибо, Акела. Маугли, я буду ждать тебя завтра ночью. Спасибо. До завтра. Да, на Акелу и правда можно положиться. Да. Мы как раз говорили о прошлой ночи. Действительно, Акела, великий волк. Хорошо, что ты вспомнил о прошлом. Да, я никогда не забываю то, что когда-то слышал. Кстати, как все прошло в тот раз, Ка? Вот почему я так торопился домой. Да уж. В тот раз тоже был злой тигр. Да. И завел того тигра в долину Венгонгер. Да. Затем мои товарищи были наготове сверху и снизу по течению и напали с обеих сторон. Да, еще было дерево Даг. Да, в то время это была самая лучшая стратегия. Обрыв вон там, а у тигра нет сил подняться наверх. Все решено. В любом случае, Шерхана надо туда загнать. Я тоже присоединюсь при нападении. Да, я могу пригодиться. Да, я очень расстроен с тех пор, как ушел Маугли, но, кажется, появилась возможность повеселиться. Ну что ж, повеселимся, друзья. Эй, вы все! Багира, Балу, Акела, у меня для вас новости. Какие? Шерхан исчез. Что? Что? Он направлялся к Венгунгер, но сегодня я его так и не нашел. Не может быть. Он пошел в деревню? Нет, деревня далеко от этого места. Я умею плавать вниз по течению. Я его мигом найду. Подождите меня здесь. Акру и Сура, вы тоже немедленно бегите. Куда? Конечно, к Маугли. Расскажите ему, что произошло, и попросите его быть внимательнее. И осторожнее. Хорошо. А я поищу с неба.
Куда же его занесло? Шерхан исчез? Да. И куда он пошел? Ка пошел его искать. Я думаю, мы скоро его найдем. Будь осторожен. Мы не думаем, что он где-то здесь, но нас просили предупредить тебя. Если он придет, буду драться с ним один. Нет, так дело не пойдет. Мы здесь ненадолго спрячемся, так что если Шерхан придет, беги отсюда. Будь аккуратнее. Даже не вздумай драться один. Когда мы деремся, то мы, братья, деремся вместе. Ладно. Мы сыновья Александра и Лури. Да. Папа на небесах обязательно нас защитит. Спасибо, Сура, Акро. Телевидение Дора ТВ, мерчендайзинг Рим. Производство Абдабра Кинематографик Швейцария. Телевидение Дора ТВ, мерчендайзинг Италия. Студия мультипликации Nippon Ltd. Япония. Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джилардони, Моника Каради, Киочи Матахаши. Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. Режиссеры Фумайо Кирокоа и Кимайо Ябуки. Авторы сценария Набуёки Фуджимото, Асае Уотанейп, Кенджи Йошида. Композитор Хидео Шимазу. Фильм озвучен студией SoulPro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов.